нам приезжала Зиля Рахимьяновна Валеева, помните? Mm-hmm. И я полетела, значит, к ней. Я говорю: Зиля Рахимьяновна, вот так и так памятник Джалилю очень хочется. Есть ли какие-то у вас скульпторы, которые нам смогут помочь? Она говорит: я подумаю. Она говорит: а ты пока сходи в музей наш национальный. Ну что, я же говорю, только-только, да? Я сходила в музей, и как-то мы начали с директором говорить. Она говорит: Лена, у нас много лет во дворе, никому не нужен, стоит памятник Джалилю. Работы Бакиурманче. То, что мы, видели. Потому что делали ремонт в вашем театре оперы и балета. Он стоял когда-то внутри. А после ремонта ему почему-то не нашлось там места. Я выхожу во двор. Даже фотографии есть. Просто вот на земле стоит, обитый вот такими досками. Ну, прям как в шалаше. Они мне все это открыли. Я говорю: я собираю.